Сегодня будем готовить вот такое вот вкусное, чем-то напоминающее блюдо, которое называется мини-тако, но все равно вкус не тот. Получается вкусно, сочно, немного по-мексиканскому наша закуска. Всем привет, меня зовут Лена, и вы на канале Раз, Два, Готово. Сегодня мы с вами приготовим просто обалденную закуску. Готовится просто, а съедается на ура. Приступим. Нам понадобятся грибы. Грибочки мы нарезали. Такая классная закуска и, между прочим, без лишнего жира, масла подходит даже те, кто на правильном питании. Помидоры черри. Перекладываем их грибам. Если у вас маленькие помидорки черри, то их не нужно резать. Затем болгарский перец. Будем резать не слишком крупно, вот так вот. Теперь необходимо немного сбрызнуть подсолнечным или оливковым маслом. Перемешиваем. И у меня есть вот такие вот шпажки. Если вы готовите на природе, можно взять просто шампура. Нанизываем овощи и грибы. И отдельно надеваем помидорки. Теперь сюда же на противень кладем баклажаны, прям свежие. И отправляем в духовку примерно на 30 минут при температуре 200 градусов. Далее нам понадобится куриное филе. Нарезаем его на квадратики. Теперь ставим сковороду на огонь. Добавляем немного растительного масла и отправляем сюда курочку. Немного копченой паприки. А вообще можете добавить сюда любимые ваши специи. Я еще добавлю итальянские травы. А теперь подготовим соус к нашей закуске. Очистим баклажан горячий. Можно, конечно, подождать, чтобы он остыл. Но наши дети уже сидят и ждут, когда же мама им даст покушать. Поэтому мы уже готовим сейчас. Теперь необходимо его измельчить. Прям такую, знаете, что получилась прям такая кашица. Перекладываем в тарелочку. Теперь сюда добавляем соль. 2-3 зубчика чеснока и добавляем сметанку. Все тщательно перемешиваем. Выкладываем наш соус в серединку. Ребят, это важно, в серединку. Теперь наши запеченные овощи выкладываем по кругу. Только посмотрите, ребят, какая это красота. Плотненько, чтобы все поместилось. И теперь самое главное, это наша курочка, которую мы просто выкладываем сверху на соус. Ну вот и все, друзья. Приятного вам аппетита! Готовьте просто и с удовольствием!